А перед началом видео я хотел бы порекомендовать вам подписаться на канал Фрикстер. На его канале вас ждет много разных песочниц и инди-игрушек, в том числе прохождение Don't Starve Rock и Shipwrecked. Фрикстер также проводит ежедневные стримы на своем канале. Советую перейти по ссылочке прямо сейчас. Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Stellaris. Сегодня нам предстоит разобраться с этими ребятками, с интерстелларами Синтоморой Эмпайр. Они являются нашими подданными. У нас уже есть подданные, вассалы, еще подданные, и нам пора их немножечко отжимать. Они, скорее всего, будут огорчены. Мы же уже можем объявить войну, да. Они будут, скорее всего, немного огорчены, но у нас другого варианта нет. Нам нужно тупо отжать их существующие уже планеты. То есть, у нас есть, как видите, требование передать планету. Сейчас мы только подберем, какие планеты нас интересуют. Я так понимаю, что... А, нет. Мы можем и столицу даже отжать. Это хорошо. Так, Синтоморой, Утлак, да? Правильно, да. Ставим Синто... Ну ладно, я торопиться не буду. Мы подведем сначала войска, флот, все сделаем по красоте, а потом уже будем на них агриться. Так, проверяем. Нам нужно Синтоморой раз. Нам нужно этот есть. Леваш и Унимар. Не будем зажираться. Заберем сначала 4 планеты, а потом по чуть-чуть отожмем все остальное. Так, что у нас по флоту? По флоту у нас куча еще свободного места, правда, я помню... Да, мы должны с вами еще корветов наделать. Так, давайте здесь поставим пока сборку корветов. А здесь поставим еще 3 крейсера. 3 крейсера, пока это все будет строиться, мы еще получим немножечко с вами минералов. Так, что у нас в целом? У нас небольшой переизбыток энергии. Энергокредитов, это вообще хорошо. В общем и целом это, конечно же, хорошо. Но разные ситуации бывают, поэтому пока... Блин, хотя мы сейчас до максимума опять дойдем. Мы снова дойдем до максимума. Хранилище ресурсов, это которых? Это влияние, скорее всего, да? Скорее всего, влияние. Нам нужно торговать. Нам нужно торговать энергокредитами. Кстати, а с этими мы торговать можем? Предложить торговлю. Древнейшая раса. У вас есть... Мне не хотят брать, я понял. Я вас понял. Не хотите, как хотите. Так, что у нас еще по силе? По силе давайте смотреть. Да ладно! Да ладно, 3 империи уже есть старые. Ох, это будет больно. Это однозначно будет больно. Так, хорошо, с дивайнами мы торговали. Тиджелы вряд ли с нами будут торговать. Люди с нами не... Мандасура. Здрасте. Хотим торговать. Мне нужны от вас ресурсы. Я понял, вы много не дадите. Я вам предлагаю энергокредит. Да ладно, вот так просто согласитесь. Это одна, наверное, из самых выгодных сделок. Мы даем всего лишь на 6 единиц больше. Блин, чуваки, я вас почти обожаю. Я вас почти обожаю. Единовременный взнос. Давайте подтвердить. Изи ресурс. Вообще, вот прям мне понравилось. Я хочу еще так. Я прям захотел еще. Давайте, сейчас корветов наклепаем. Сколько у нас тут, кстати, подготовится? 3. Это 12. 12 это 60, 71. То есть у нас минимум 20 корветов еще можем сделать. Нам 20 не надо. Нам надо буквально 10 корветов. Ну, давайте, в общем, достраивайте. 10 корветов здесь клепаем. Все остальное будем делать пока что. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп, стоям. Вот так, здесь у нас что? Базовое звено истребителей. Используется для атаки ближнего врага. Вот это в целом вещь очень крутая, если я не ошибаюсь. Но я до конца не разобрался, как ей пользоваться. Давайте изучим. Мне говорили, что можно менять само строение корабля. Так, к примеру, крейсер. Вот, да. Мы можем поменять... Ага. Так, орудийную мы можем поменять. Вот о чем шла речь. Мы можем менять модули кораблей. И получать то, что нас интересует. Так, а ну-ка проверим. На пешечке мы что можем поставить? Те же дезинтеграторы, да? Нет, дезинтеграторы мы уже сюда поставить не можем. Хорошо. Так, large, medium, small. Тогда нас интересует стандартный набор. 3 large, 3 medium. 3 large, 3 medium оставляем. Здесь мы можем сделать вместо одного medium 2 small. Ячейки для систем 3. А, вот в чем суть. Здесь тоже есть разница, large, medium или small. Хорошо, автокомплектация. Что у нас выходит? 420-54. Замечательно. Здесь мы делаем немножко упор с вами на броню.
Давайте вот здесь поставим броньку, получим плюс 20, в итоге 280, 59. Хорошо, это тогда сохраняем. Стоп, а если мы здесь не ставим медиум, тогда здесь что? А, здесь одна медиум ячейка оружия, да? Ну давайте две смол будет. Две смол, одна смол 1.49, одна медиум 3. Блин, нет, тогда невыгодно. Тогда невыгодно. Тогда лучше поставим вот так, автокомплектация. Щитов овер до хрена, а нам нужно овер до хрена брони. Вот таким вот образом и вот таким. Нет, не вытягиваем, да? Не вытягиваем, давайте сюда поставим энергому. А, не сюда бронь пихнули. А есть разница между медиум? Да, есть, о, вот оно чё. Вот оно чё, оказывается, Михалыч. Вот оно чё, тогда берем, где у нас, собственно, щиты. Четвертого уровня ставим сюда. 420, 48. Ставим сюда реактор. И ставим броню новую сюда. В принципе, мы получаем то, что и хотели. Мы получаем кучу дезинтеграторов. Получаем кучу щитов и получаем кучу брони. Все, вот этот наборчик мне нравится. А сюда мы ничего вставить не можем, да? Только форсажные камеры. Хорошо, сохранить. Это мы с чем балуемся вообще? Это крейсер. Хорошо, эсминец. Эсминец, очистить автокомплектацию. У вас что мы можем поменять? 2 смол, 1 медиум, 4 смол, 1 А. Давайте 1 медиум тогда лучше. Здесь у нас какой вариант? 1 ларч. Просто я так понимаю, что есть определенное орудие, которое не размещается на все. Не на только смол, медиум и ларч, а на какой-то определенный. Хорошо, допустим, вы... Тут 4 смола при любых обстоятельствах, да? Да. Допустим, и мы сюда, если поставим дезинтегратор, он в целом должен давать больше урона. А вот, кстати, хрена лысого. Вот тут, кстати, хрена лысого. Медиум наносит в общей сложности больше урона, чем, допустим, 2 смол. Либо же... Да, везде нужно ставить медиум тогда. Давайте здесь один медиум, 2 смол. Вот так вернем, здесь один медиум. Вот так оставляем. Автокомплектация. Нас здесь интересует что? Нас здесь интересуют щиты. Здесь нам нужно сделать упор на щиты. Так, хреново туча. Этого есть, этого есть. А, давайте попробуем впихнуть побольше щитов. И так у нас, по сути, слабенько выходит, да? Вот так будет вообще красота. 200 щиты, 15 брони. Да, окей. Сохраняем, и с корветами проводим приблизительно то же самое. У вас что есть? У нас это один только модуль, я понял. А, очистить автокомплектация. А вы и так ставите щиты, да? Вы и так ставите щиты. А если мы вместо одного движочка смол поставим? А если первые щиты? Все равно не вытащим, да? Плохо, нужны тогда новые реакторы. Нужны тогда новые реакторы. Ладно, сохраняем то, что есть. Все, сейчас мы будем еще раз апать корабли. Но это все. Благая цель, сами понимаете, да? Транспортник очистить, автокомплектация. Тоже сохраним. Так, хорошо, давайте, кстати, все наши отряды соберем в кучу. Группируйтесь. И сейчас вас апнем. Так, флот, чтобы апнуть, нам обойдется в 500. Всего лишь 500? Окей. Апайте прям сразу. Так, подождите, взаимная помощь Тиджелы с Мандасурами, Тиджелы с Дивайном. Вы что, шалили? Тиджелы решили так себя защитить максимально? Да ладно, вы что, себя со всех сторон просто оградили защитой? Ах, вы ж сыкуны проклятые. Я что рассчитывал с вами повоевать. Но эти ребята слабые, хорошо. Второй у вас кто союзничек? Эти ребята наравне, дивайны. Это уже может быть проблематично. Хотя, пока не долетят, где находятся дивайны? Дивайны находятся... А-а-а, они меня в тыл могут напихать. Вот в чем загвоздочка. Так, у вас хоть союзников нет, а у них федерация. Слушайте, мы с вами застреваем немножко. Мы немножко сейчас застрянем. И Мандасура. Мандасура тоже наравне. И где вы находитесь? В смысле? А, это у вас черный цвет, типа, да? Мандасура раз и два. Но неприятно мне с ними воевать будет, если они меня в жопу начнут пинать. Хорошо, тогда мы сейчас займемся активной выкачкой территории с, собственно, Интерстеллара и Пиосов. Будем тогда активно выкачивать их. Так, вы там объединились? Где вы там? Несчастье мое. Объединились, да? Ой-ой-ой, тихо.
Так, давайте апнем и вас еще. Чтобы у вас тоже щиты нормальные были. Вдруг что? Ситуации разные бывают. Давайте, чтобы вы были в норме. С дивайнами. С кем можно только? Вот же говно такое мелкое. Ну, взял мне все планы испортил. Ну. Ладно, бог тебе судья. Бог тебе судья. Сейчас мы флот тогда увеличиваем до максималочки и... идем уничтожать. Идем уничтожать. Так, транспортники сейчас будут улучшаться, корабли будут улучшаться, а здесь корветы все еще клепаются. Кстати, у нас еще место остается для крейсеров. Давайте сюда еще крейсер поставим, пока эти апаться будут. Долго апаться будете вообще? Покажите. Ну, не так уж долго, но один крейсер, я думаю, мы даже успеем сделать. Так, корветы есть, и крейсеров еще 3 штуки можем сделать. Минимум, да? Да, 3 штуки мы крейсера можем спокойно сделать. Так, здесь ап пока пройдет, здесь можем еще один крейсер поставить. Про бламинг я вообще забыл. Совершенно. А, у нас ресурсов сейчас нет, все, ждем. Тогда смиренно ждем. Смиренно ждем. Так, забираем 1, 2, 3, может даже 4. 4 системы постараемся грабануть. И будет нам счастье. Так, щипс апнутый, 10 тысяч флот. Ох, канахветка. Вот это я понимаю. Так, ставим сюда еще один крейсер. Все, сейчас все доделаем. Ай-яй-яй, опять ресурс забит. Опять ресурс забит. С кем бы поторговать? С кем бы поторговать? Так, с этими ребятами я вообще общаться не хочу пока что. Пока мы не сравняемся с ними хотя бы в силах, нам с ними торговать нет смысла. Вообще общаться нет смысла. Так, минералы есть? Минералов нет, я тебя понял. Лазвата, минералы есть? Минералов нет. Что ж ты будешь делать? Кто мне будет поставщиком минералов, вы мне расскажите лучше. Так, ребята, у вас же есть, мы с вами вроде нормально это ладим, все дела. Терочки трем. Ну, не так много, как хотелось бы, но есть. Нам главное менять. Главное менять, потому что энерго... Ай-яй-яй, в общем, проблема. У вас есть ограничения определенные, да? Соточку мне могут только отдать, лол. О, боженьки. Ну, давайте хотя бы соточку. Уже пару месяцев простое не будет у нас в производстве. Тиджелы, люди. Чё? У вас лидеры меняются, по-моему, каждый месяц. Вы там не ошалели, не? Минералы есть? Стоп, я вас понял, 700. Энергокредиты. Я вас понял. Сколько вы можете... Нисколько они не могут мне дать. Ой, жлобьё, а. Жлобьё то еще. Вот, 300, давай, давай. Давай с тобой договоримся. Найс, ты мне уже нравишься. На тебе бонус. Спасибочки. Так, кто еще интерстеллера с нами не будет? Итальянцев в Дире. Дире, у вас как... С минералами дела обстоят. Стоп. 400. И это убираем. Это лишнее. Отлично. Все. Немножечко поменялись. 1, 2, 3. Ой-ой-ой-ой. Стоп. Не то закрыл. Вот так. Модуль Академии Флота. Инопланетный зоопарк. Жилой отсек. Инженерный отсек. А нафига не нам надо? Обслуживание кораблей минус 10%, скорость ремонта кораблей плюс 50%, обслуживание кораблей минус 5%. Воу, это интересно. Это интересно, это пусть будет. Я так понимаю, что это как модули к космопортам. Но с ними мы тоже обязательно разберемся. Так, все, достраивайте последние крейсеры и, собственно, наступаем на наших подданных. Я так понимаю, что своевольно они, естественно, нам ничего давать не будут. Поэтому нам придется чуточку на них надавить. Совсем шушуть. Так, где ты находишься? Здесь, да? Что здесь мы еще застроить можем? Кстати, а энергокредиты у нас упали. Энергокредитики у нас упали. Так, ставь здесь еще научные станции. Будем выжимать максимум. Будем стараться выжимать. Так, 11к есть. Сейчас будет 11500. 11500, наш флот. О, традишн, стоп, мансек. Так, частный колониальный корабль. Это крутая вещь, на самом деле. Это корабль, который колониальный мы создаем за счет энергокредитов. Не за счет этих минералов, а за счет энергокредитов. Это крутая вещь. И энергосеть, энергоядро, это тоже пригодится как раз. Как раз с темпами развития наших традиций нам это очень сильно пригодится. Так, частный колониальный, сейчас я проверю, кстати. Да, частный колониальный стоит 112 энергокредитов. Базовая стоимость 350. То есть это за счет всех бонусов. А стоп, а сколько-то крейсер стоит? Базовая стоимость крейсера 798. Но чё-то так себе, если честно. Чё-то как так себе. Так, управление колониальным кораблем минус 25%. Стандартные шаблоны строительства минус 15%. Частный колониальный корабль минус 50%.
Окей, хорошо. Хорошо, давайте, кстати, посмотрим. У нас здесь есть меню очень интересное. Интересное меню, именуется оно «Планировщик экспансии». Вот, в принципе, им нужно постоянно пользоваться. Но я пока до конца не разобрался, как им пользоваться. Хотя мы можем это прямо сейчас сделать. Так, готовы к колонизации планеты. Устов и Райма, где вы находитесь? Устов находится... Где? В сраке между моими врагами. И Райма находится... Да ладно. Короче, Райму мы сейчас заберем тогда. Райму мы сейчас заберем. Создавать частный колонизатор. Заодно проверим научный корабль. По Шурику слетай сюда. Ой, конечно, рисково, что мы его сейчас можем потерять. Но я на тебя надеюсь, что ты не умрешь. Ты не умрешь по пути. Посмотрим, что здесь за планетка у нас. Что у нас здесь за планетка? Тогда мы, в принципе, вот так сможем весь край галактики отжать. Найс. Так, корабль готов. Последний сейчас присоединится к флоту. Кто сдох? Адмирал. Ой-ой-ой, вот это неприятно. Вот это действительно неприятно. Продолжительность жизни, прирост опыта лидера, скорострельность. Во. Вот это я понимаю плюсик. Вот это я понимаю бонус. Так, давай, армада, прилетай к первой. Есть, все, направляем флот, направляем транспортники. Направляем мы их сразу вот сюда. Мы не можем находиться на территории будущего врага. Минус 3. Ну ладно, минус 3 это не смертельно. Мы не можем находиться на территории будущего врага, потому что нас выкинет в хрен знает куда. И мы только через хрен знает сколько вернемся. Соглашение об исследованиях. С кем? С тобой? А ты кто вообще такой? А, ты мой подданный. Так, отказаться? Подожди. Я сейчас гляну, что у тебя с исследованиями. Так, где у нас Тиджил Юнайтед? Это не те. Вот они, да? Чё у вас? Наравне у вас технологии. Не-не-не. Вот были бы у вас круче технологии, тогда был бы смысл, а так... Не вижу в этом никакого смысла. Так, давайте слетай. Ой, флот 11, как же он устрашающе выглядит. Очень устрашающе. 67 тысяч хп вообще. У нас, кстати, флот же увеличился. Погодите. Но это вы уже вдогоночку будете, да? Да, это вы уже вдогоночку будете лететь. Это раз... Это 2. Так, это плюс 8. У нас выходит 201. И еще 2 вообще-то можем сделать. Ну, давайте еще корвету сделаем. Раз-два. Пусть эти все ребятки слетятся к нам. Это уже в районе 12,5 тысяч где-то будет. Мощь. Нет, 12 тысяч будет. 12 тысяч. Так, давайте, слетели все на определенную точечку. Транспортник летит, все. Транспортник, не забудь, ты не должен лететь первым. Иначе тебе будет кабзда. А, наоборот, точнее. Так, отлети чуть сюда, чтобы я проверил, что вы правильно нашли точечки. Так, ты летишь сюда. Все, хорошо. Объявляем войну. Привет, дорогой. Так, мне нужно, чтобы ты передал мне свою столицу. Раз. Передал систему под столицей. Передал систему Леваш. И передал Унимар. Ну, раз на то пошло. 40 единиц. Я думаю, мы себя быстро 40 единиц выбьем. Есть такое. Война объявлена. Летим сюда. Класс. Одним прыжком. Просто вкусняшка. Ой, здесь кто-то прилетел сюда. А, они основной флот уводят отсюда. Ах ты ж писенец. Я что думал, что я тебя сейчас наваляю, а ты, блин, говна кусок. Взял все и испортил. Ладно. Твой несчастный флот мне в целом не нужен. Дай я хоть посмотрю на него. Фу-фу-фу, мне не надо с ним говорить. Дай я хоть посмотрю, что у тебя есть. О, да у него тут все серьезно, кстати. Рентгеновские лазеры у него. Рельсотрон. Защита, правда, дерьмо. Но зато есть форсажные камеры. Ну, в принципе, неплох, парень. В принципе, неплох. Живи. Просто живи пока. Так, давайте, уничтожайте все на своем пути. Хранилище ресурсов. А, я же забыл, у меня же колонизатор, он же у меня выжирает энергию еще бонусом. А, твоя мать. Лети сюда, в общем, пока что. Лети сюда, колонизатор, стоп. Где чё, лост? Скотина, ты чё, на Афелю ко мне прилетел? Ты чё, шалил, пес? Уничтожайте ему все. Сносите ему все под ноль. Так, что-то он там дебоширит, слушайте. Прям решил не дать мне прорваться. Ну попробуй, Хорошо. Так, давайте спейспорт ему к чертям собачьим.
Так, в плюс 2 вышли, бомби. Бомби вовсю, у нас теперь наступательная армия, дай бог. Научный корабль изучил, да? Научный корабль изучил, лети дальше. Лети дальше, что у нас там есть, дайте я хоть на планетку эту посмотрю. Говна планетка, на самом деле, но нам чисто ради расширения, чтобы было. Чтоб было. Так, колонизатора сейчас направим напрямую. Лети сюда, колонизируй 189. Отлично, у нас как раз простаивает. Ой, Фладус. Просто будет Фладус. Так будет проще. Так будет действительно проще. Так, лети сюда, хорошо. Ты куда там полетел? Слушай, мразь. Он полетел дальше, дебоширить. Посмотрите, что делает демон. 3000, он 300 потерял только на нашем космопорте. Ну ладно, живи. Живи, сейчас я тебя разгромлю, ты вернешься назад. Не трогай майнинг стейшн, что он тебе сделал, ну. Тварь такая. Так, хорошо, транспортники, поехали. Высаживаемся. Здесь нас ждет оборона. Это столица, чтобы вы понимали, да? Он так вот обороняет столицу. Все, можешь лететь назад. Можешь поджимать свой проклятый хвостик и лететь назад. Так, мы летим сразу на следующую систему. Все, слинял, моменталочкой, посмотрите. Мразь какая, а. Так, ты заставил в покое Офелю? Офелю, вы застраиваетесь, время не теряйте. Все, они время не теряют, молодцы. Так, мы перелетаем сразу дальше. У нас куча кораблей сейчас вдогоночку еще летит. Ну, перелетать будем? Хорош, а здесь нас вообще никто не ждет. Замечательно. Это ли не замечательно? Так, рейсерчик, что у нас там закончилось? Жилой отсек, хорошо, ван сек. Терраформирование, вот это интересно. Либо же ячейки гражданской модели столицы империи. Блин, я вот теперь ломаюсь. Ну давайте терраформирование, хоть посмотрим, что это такое. Хотя бы изучим этот процесс. Давайте, выжимайте раз станцию. Там еще вторая есть, как бы. Если интересно. Нет, видимо, не интересно. Видимо, не интересно. Так, давайте, бомбежка. Я сейчас сразу транспортники выберу. 1900, 800, 700, все, садитесь. Пока они сядут, как раз добомбим. Добомбим. У нас, кстати, с едой проблемы. Так, Planet Secured, где у нас вражина? Лол, стоп. Серьезно? Кстати, а где наши союзники? Вот что меня интересует. Так, эта падла куда-то здесь перелетает. Вот наши союзники. Ага. Ага, то есть что-то они все-таки доделают. Это хорошо. Это хорошо. Так, транспорт за флотом. Флот на следующую систему. 26% мы в плюсе. Стоп, где он мигнул опять? Да что здесь летаешь вообще? Кому ты тут нужен? Офеля, там же космопорт готов, да, частично? Да, они его развалят, я думаю. Не, он все-таки решил, ну нахер, да? Правильное решение. Отнюдь одно из немногих. Правильное решение вражины. Да что же вы там туда-сюда? О-о-о-о-о-о. Вот это уже дело пахнет керосином. Куда-то намылился. Союзник за ним летает, да, или нет? Нет, не союзник. Они летят, по-моему, на освобождение вот этой планеты, если не ошибаюсь. Следует за 1СК Хаск Сквадрон. Кто это такой? За кем вы следуете? Сквад Хадрон, это кто? А, вот, они летят за этим. Ну, летите. Офелю не трогай, мразь. Офелю не трогай, накажу. Просто накажу. Ладно, пусть они там между собой дрючатся. Наша задача захватывать планеты. И не тормозить. 3, 2, высадка. Поехали. Растеребить планету. Есть. Обратно, пожалуйста. Так, мы направляемся сразу на следующую. Так, они здесь стыкнулись. Фу-фу-фу, иди от меня, не хочу твою рожу видеть. Так, вот наши союзнички, они сейчас будут линять. Да, я так понимаю, но это было бы логично. Да, они линяют, и ваши действия каковы? Следует за 3D эскадрон. Ну, сейчас они этих вынесут, скорее всего, конечно. Ладно, нас это уже не особо волнует. Наша задача захватывать дальше. Так, не простаиваем, летим сразу же. Давай.
Research, да что же вы ж так быстро умудряетесь? Так, базовые истребители есть, это хорошо. Так, роботы, линкор, боже мой дорогой, как я тебя долго ждал. Как же я тебя долго ждал. Давайте, нам всего лишь 4 системы отжать. Что тут, собственно, это говорить? Раз, два, три, четыре. Минус 21. Все, сейчас все будет. Сейчас все будет. Куда ты там врываешься? Подкрепление летит. Слушай, может вам сюда прилететь помочь? Куда ты опять направляешься? А куда делся, кстати, этот флот? Они аж за ним летят? Ну пусть летят. Ты там с кем-то воюешь? Да я хоть посмотрю. Да ладно, он решил сам бомбардировкой. Неплохо, слушайте. Мне нравится наш вассал. Он не зря наше время тратил до этого. Так, да хватит туда-сюда прыгать. Так, приказ флотилии отменен, окей. Куда ты опять прилетел? На Офелю? Да не трогайте вы эту Офелю, чего вы к ней пристали? Так, ты будешь пытаться отжимать? Нет. Куда он перелетел, я понять не могу. Он вернулся на Офелю, Офелю не вздумай трогать. А, он все так же пытается... Ну, в общем, пусть они там в догонялки играют. Наша задача куда проще. Высадить. Тысяч, 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 тысяч. Погрузить, следовать. 40%. Они до сих пор не ощущают, что мы им наваливаем, да? Очень зря, я вам скажу. Очень зря. Туда-сюда, скажите. Вы посмотрите, какие дикие, ну. 3300 собрали уже. Ну и куда вы намылились? Куда вы намылились своим 3300, ну? Да ладно, серьезно, Офелю трогать будет? Я же вам очечья порву. Нет, они все так же следуют. Только как-то они по-дурацки следуют. Вот стоит этот... А, нет, это второй эскадрон. Вот первый эскадрон. Ну окей. Они хотят его догнать, а эскадрон туда-сюда тоже скачет. Ну нормально, догонялки играют. Им весело. Главное, что им весело. Главное, что они не унывают. Все другое. Суета. 6-5, поехали. БД еще. О, здесь оборона есть. Слушайте. Чувствую денджер, денджер. Денджер, денджер. Нет, нет, здесь денджера. Следовать. Так, согласны на мои условия? Согласны на мои условия. Отправить требования. Согласились? Согласились. Так, у нас хреново туча систем сейчас. Тихо, 7 из 3. Погодите. Погодите. Так, это ясно. Волнение. Сейчас мы с вами поступим как... Хороший человек, как с прошлыми рабами, так же и с вами. Завершение вторжения, передать планету согласны, предложение мира, да. Да, мы немножечко так расширились. Шушуть, совсем шушуть. Так, вы и вы домой. Летите домой. Так, а мы тогда подключаем, подключаем все к основному нашему сектору. Где он, кстати? А, кстати, где он? Блин, только здесь все надо будет... Блин, ладно, это мы потом уже сделаем. Так, где у нас основной? Вот наш основной сектор. Управление сектором. Поехали. Подключаем раз, подключаем два, подключаем три, четыре. Все, эти четыре мы забрали, да? Да, все остальные пусть, наверное, работают. Надо, кстати, у них здесь вон куча места. Ой, мы соединились с Импалой. Слава яйкам. И почти соединились с этими. Все, соединяем все в один сектор. Сейчас, 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 погодите. Закрыть. Мышка, не шали. Не шали, говорю. Так, планеты сектора. Это закрываем. Сектор второй убрать. Мы потеряем 50 накопленные сектором ресурсы. Вот накопленные ресурсы жалко, конечно. Жалко, конечно. Ну ладно, удаляем. Вариантов других нет. Удаляем сектор, управление этим сектором. Поехали. Нам через Офелю, через вот эту хрень, нужно дотянуть вот сюда, сюда, сюда. Подключить импалу. Есть, и подключиться в идеальчике еще к Фионусу. Это мы делаем вот так и вот так. Это ли не замечательно? Это ли не замечательно? Так, мы все подключили, что хотели, да? Здесь все подключено, сейчас строители еще направим, чтобы они нормально поработали. Все, этот сектор закрываем. Ставим его на работу, у них все окей. Ресурсов вам хватает на обработку? Если что, я могу помочь. Я могу ресурсам помочь и задействуем сейчас строителей наших. Проверяем всю территорию. Так, построить раз. Добывающие. Так, этот есть. Это то, что нам, кстати, вынесли, по-моему. Это то, что нам вынесли. А, ты здесь в жопе где-то, да? Давай тогда отсюда начнем. Давай отсюда начнем. Построить раз.
Стоп, я через Shift класснул. Аж, ничего не предпринимай. Построй раз. Здесь дотягиваемся, дотягиваемся. Построй. Твою мать. Мискликнул. Построй двас. Построй трис. И построить... А, здесь все очень плохо, да? Раз, два, все, у тебя работа есть, ты где находишься? Ты здесь находишься, вот здесь ты и построишь. Добывающую раз. Здесь вообще-то все разведать надо. Я не знаю, может здесь где-то еще есть. Но мы должны видеть. Да, мы вроде бы видим. Но они могли не построить на некоторых планетах, поэтому... Надо все-таки заранее это все сделать. Так, ты летишь дальше сюда. А, стоп, сюда мы уже отметили. Так все, это все, все докуда мы расширились, выходит. Тьфу. Я-то думал, здесь прям эгэгэ, я тут такое. Не эгэгэй вообще. Ладно, стройте хоть так. Полетели, у нас минус 30, это за счет того, что флот поднят. И, кстати, почти закончено уже... Блин, нам еще и Фладус надо будет отключить. А Фладус-то в жопе находится, слушайте. Фладус-то мы так просто не подключим. Надо будет дождаться, пока он разрастется, и тогда уже подключим. Хорошо, ждем тогда. Тогда ждем. Бунт, ой, я забыл, ребятки, сейчас я сразу уберу возможность бунтарства этого всего. Так, управление, как мы тогда с вами делали? Военизированные рабы, да? Воины-невольники, раз. Так, регулиры миграции, да в принципе пусть пока будет. Регулирование численности не надо, это ухудшает им настроение. Колонизация запрещена, не вздумайте. Военная служба, ограниченная военная служба и социальное обеспечение. Все, бунтовать вам нехер. Я так понимаю теперь, да? 25, ну 25 это конечно не 30. Но они сейчас немножечко это... Отойдут, я думаю, да? Так, несчастливые рабы плюс 78, всего 48. Так, навык минус 10, полицейское государство минус 20. Так, вроде бы все должно стабилизироваться со временем. Вроде бы все должно... Так, колонизация произошла, твою мать. Ладно, не вовремя немножко. Совсем шушу, где нам вынесли космопорт? Здесь? А, нет, нам на Офеле вынесли. Сейчас будем космопорты еще восстанавливать. О, сейчас баблишко улетит все. Улетит только так. Так, надо время подождать, потом посмотреть, как у вас здесь дела обстоят. Как у вас здесь дела обстоят? Плюс 78 несчастные рабы. Ну, в принципе, их со временем отпустят, я думаю. Со временем, как ни крути, все раны заживут, все забудется, так что не переживайте. Вашим... А, это уже сам, окей, сектор сам уже работает. Не забудьте, главное, ставить гидропоники, потому что у вас с едой есть небольшие проблемки. Так, сейчас я 25, одиночки, так, недавно покоренные минус 25, военные невольники. Ну, недавно покоренные спадет, и в целом они себя будут хорошо. Сейчас проверим, кстати, на... Ребят, которых мы уже забрали. Где у нас Фионус? Фионус, Буминг. Проверяем-с. Да, у них остались только невольники, и счастье, у них общее теперь 55. Все, хорошо, у них все будет. Можем не переживать за них. Так, Фладу застраиваем, и давайте с сектором разберемся. Здесь куча планет, где нужно сейчас А, поставить космопорты. Б, улучшить те, которые были покоцаны. Давайте ставить. Так, Этарк. Раз, есть. Вофан, два. Боже, у нас сейчас флот... Просто может таких гигантских размеров стать. Это же просто сатница. Есть. Так, вилка здесь апнутый. Импала апаем. Импалу апнули. Так, Офеля апнуть нужно. Офелю апнули. Так, Сияма апать не надо. Этот апать не надо. Все, сейчас здесь еще построят 4 космопорта. И их нужно будет улучшить. На Фладусе, кстати, тоже. Ух, готовимся. Сейчас у нас будет сверхрасширение флота со временем, на самом деле. Слушаю. Соглашение об исследованиях. Кто ты такой? Полити. Не-не-не-не-не, ты что? Боже упаси. Боже упаси, чтобы я тебе еще помогал. В принципе, мы можем сейчас вообще незамедлительно точно так же отжать территорию у зеленых. Хотя, погодите, они здесь неплохо вроде бы воюют. Вы сейчас в состоянии войны, нет? Нет. Они не кисло так выжили территорию у тяжелов. Либо это тяжелы их окружили. Не знаю, что точнее подойдет, но что-то явно происходит. Что-то явно происходит, и мне нужно подумать, как отключить... А, все, мы дотягиваемся. Рили, соединение дошло. Тихо-тихо-тихо-сика. Сектор. Управление сектором. Проверяем. А, нет, не дотягиваемся. Вот этот нужно забрать еще блочек. Заберем этот блочек, и тогда мы сможем отжать еще и Фладус в сектор. И будет вообще хорошо.
Ладно, закрыть пока что. Пока что закрыть. Проверяем, мы везде энергостанции поставили. Здесь ставят, здесь будут ставить. Здесь хорошо, хорошо. Пока с минералами я заморачиваться не буду. Минералы, если мы будем новые добывающие станции ставить, мы только в минус по энергокредитам выйдем. А я в этом не заинтересован, скажу вам честно. Скажу вам честно, не заинтересован. Расширяемся, расширяемся. Найс, 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 найс. Ставим крейсер 1, ставим крейсер 2. Сейчас по чуть-чуть с вами будем обрастать. Хотя нужно дождаться линкорнов. Сколько там? Ого. Это долго, это 12 лет, да? 12 лет ждать. Хорошо. Research Complete, так академия системы основного сектора. Может, добавим еще одну системку? Вот как раз для вот таких странных случаев, либо для колонизации. В целом можем себе позволить. В целом можем себе позволить. Хотя подождите. Стоп, какая-то странность. Здесь у нас активные 2. Значит, я здесь что-то недоподключу, мне кажется. Унимар подключил. Так, подождите. Эльнас. Хадем. Бламинг. Какого черта Бламинг подключен ко мне? Ой, я дебил! Все нормально. Все нормально. Управление секторами подключить. Вот так все просто решается, ну. Я же еще думаю, что у меня один не подключенный, две активные. Думаю, че? Какого черта у нас забиты все три? Стоп. Я все правильно сделал? Да, у нас четвертая была, я думаю, какого черта? Все, все правильно. Все правильно теперь сделал. Что у нас на планетах, кстати? То я что-то на вас забил немножко. Давайте проапаем вас здесь хорошенечко так. Так, Эльнас, апаем гидропонику, апаем это дело. Так, безработных нет, но намечаются. Намечаются, давайте, сейчас пока ударимся тогда в науку. Фладус, ой, что-то я на вас здесь вообще болт положил, да? Нехорошо, нехорошо. Так, сюда вам... стоп, 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 стоп. Научный центр и сюда очистить. Все, работы у них валом. Здесь тоже стоит, тоже стоит. Так, с этой планеты мы тоже, по-моему, не разобрались, да? А, это и есть Фладус, все, все окей тогда. Теперь все окей. Ну, теперь мы уже похожи на конкурентоспособную империю, которая действительно может навалять сочных люлей. За бесплатно. Что надо? Энергокредиты, терраформирующую жидкость. Пха! Сейчас. Ежемесячно еще, представьте. Ой, блин, такие вы себе, конечно, обменщики. Аж смешно. Сколько мне осталось, кстати, до захвата вас? Интеграция в 96-м году. Через 2 года. Через 2 года мы сможем их интегрировать. Но я, наверное, пока этого делать не буду. Пока я этого делать не буду. Они, конечно, слабее меня, но в целом флот у них неплохой. Они мне частично, да, помогают все-таки в войнах. Пусть это не сверх какой-то помощь, но она есть. Она чувствуется, она ощутима. Так, строитель-бездельник. Построй раз, построй два. Так, здесь надо вообще исследовать вот это все дело. Наверное, я сейчас научный корабль сюда направлю. Так, и вот здесь поставь все научные станции обязательно. 6 штук. На 6 единиц, точнее. И вот сюда еще поставишь научные станции. Так, научный кораблик, отвлекись. Я просто не знаю точно, что здесь есть. Мы же видим, по-моему, только то, что там стоят уже работающие... Твою мать. Не шифтанул. То, что там стоят уже работающие предприятия. А что там есть помимо них, нам неизвестно. Поэтому полетаю здесь немножко, поизучаешь. Может, что-то интересное найдешь, кстати. Все же может быть, правильно? Все, крутись, вертись тут. Tile block cleared, хорошо. Так, здесь все апнули, все застроили. Сейчас у нас будет мега-буст. Мега-супа-дупа-буст. Так, флот можем дальше увеличить, что опять такое. Хранилище ресурсов, это влияние, хорошо. Влияние, блин, да куда я его влить могу? На интеграцию я его могу влить, все. Больше мне его некуда вливать. Просто дело в чем, что мы его зажмем. Вот сделать этих вассалами, которые мне потом помогали в войне, вот это было бы круто. А этих делать вассалами, ну, не круто. Ну, в плане оставлять их вассалами. Нам их проще как раз интегрировать, чтобы мы отжали полностью вот эту вот всю территорию. А эти ребятки будут нам помогать в любых военных действиях. Вот это было бы неплохо. Так, хорошо. До интеграции год остался. Полтора буквально. Здесь я все сделал. Здесь я все сделал. Давайте проверим еще. Вот, что меня интересовало. Оборонку подкинем. Оборонку подкинем. Здесь обороны вообще нет. Подкинем. Так, хорошо. Немножечко подготовимся. Еще мне нужен еще один строитель. Так, здесь в космопорте свободно. На Эльнас давайте. Сейчас мы сделаем еще одну цацу. Давай, 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 давай. Крутись, крутись, колесо. Так, 12800.
12800, сколько у нас там чего? Крейсер 2733. Давайте еще впилим. Кстати, проверим, может у нас какое-то обновление есть? Крейсер. Очистить. Автокомплектация. Ничегошеньки нового у нас нет. Абсолютно. Абсолютно ничего нового. Тогда возвращаем тебе до броню. До броню вместо вот этой хрени. Нет, так это не работает. Чистить автокомплектация это на медиуме стоит. Ставим тогда на large. Это было вообще нелогично. Очистить автокомплектация, сейчас посчитаю, сейчас посчитаю. Вместо вот этого щита ставим бронь. И тогда вот этот тоже ставим бронь. Все, вот так вы будете самым мощным корабликом из пока что возможных. Я жду, когда дезинтегратор второй появится. Вот тогда мы начнем уже просто битлиться. Серьезно, без разбору. Так, строительный кораблик. Если я не ошибаюсь, ты можешь ставить военные базы. Да, ты можешь. Поставь, пожалуйста, сюда военную базу. И сейчас мы тебя направим еще... Нам просто будут поджимать как раз вилку и хайдим, если что. Ну ладно, пока одной военной базы будет достаточно. Тебя занялся постройкой, да? Вжух-вжух-вжух-вжух. Строят дрончики. Молодцы. Молодцы. Небольшая поддержка в случае нападения на столицу нам не помешает. Не помешает. Так, это отключили, эту территорию пока еще не отхапали. Но со временем отхапают, я думаю. Со временем отхапают. Кстати, забыл совсем. Совсем-совсем забыл. Так, Фладус мы апнули. Так, и трак, поехали. Сейчас у нас флот просто будет колоссальных размеров, серьезно. Вот это уже напоминает сказочку. Так, рук поставили, этот поставили. Здесь нужно по одному еще апнуть. А, уже апается, да? Все, хорошо. Сейчас флот уже 260. А мы его сможем еще больше сделать. Ну, в общем, я думаю, до 20к мы его дотянем. Совместными усилиями мы его дотянем до 20к. Все, минералов нет. Все минералы профукали. Полностью все профукали. Так, строитель завершил. Становись на орбиту. С этими разобрались. В целом, да, мы можем нападать. А с этими мы уже, по-моему, снова можем войну вести, да? Нет, пока что не можем объявить войну. До 303 года, да? Еще 8 лет не можем им объявить. Ну, мы как раз можем поочередно просто. Этих выжили, теперь этих выжмем, потом опять снова этих выжмем. И вот так по чуть-чуть их вытолкаем. Вы все так же, да, имеете поддержку трех фракций. Ах ты ж говна кусок, а. Говна кусок, говна кусок. Я думаю, что если мы нападем, то его защита не успеет прийти. Но они меня напинают в задницу на моей территории, но прийти к ему на помощь точно не успеют. В общем, это надо будет просчитать всем. Надо будет однозначно все просчитать. Но в целом, за такой малый промежуток времени мы много успели. Это хорошо. Это действительно хорошо. Сейчас я еще рабов прочекаю. Так, у вас тут как дела обстоят? Не сильно вредничаете? Плюс 25. У них еще не спал недавно покорил. Я, кстати, не знаю, как проверить, через сколько у вас спадет этот... Неприятный бафчик недавно покоренных. Да, я не могу посмотреть, походу. Синтоморчики мои. Для модификации расы. Ну, расы мы модифицировать пока не будем. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Пока-пока.